Всем привет, друзья! Мы на канале Породные куры в Оренбурге. Меня зовут Вадим. 17 сентября, суббота. Банный день. Обед. Вот растащил птицам всякие вкусняшки. Тут остатки. Ну, полупорченные помидоры, дыньки там. От кабачков остатки. Уже все заканчивается, остались одни тыквы и капуста, потому что капусту и кабачки я сажал на ихнюю долю, но вот с кабачками посохли почему-то, какая-то бложка их задолбила, а капусты дофига. Вот. А я их кабачки раньше времени повыдергивал, хозяюшка хренова, на которой два куста остались, они вон отошли и до сих пор плодоносят по чуть-чуть. Поторопился я. Вот, ну... Суббота, небо вот хмарое, ночью и утром шел дождик. Как бы мы не хотели, чтобы лето продолжалось, но осень надвигается, а там и зима. И чтоб не получилось, как в той басне у стрекозы и у муравья, ты все пела это дело, так поди же попляши. Сегодня у меня по плану уборка в курятнике. Вот в том, на завтра вот в этом. Вот. Ну, в том я, наверное, дней 8-10 назад убирался. Убирался основательно, выметал все, вычищал. Там, я думаю, управлюсь за час. Мне времени час хватит. Вот. И завтра вот этот вот. А на той неделе, значит, по плану побелка и обработка. Обрабатывать буду, опять же, подглядел на ютубе, мы учимся. Каждый год экспериментируем, бляха-муха. Ну вот этим вот ильцидом я и в прошлом году обрабатывал. Это я слямзил. У Виктора Светлична, он выпускал, наверное, года два назад, я не помню, ну, давно уже ролик обрабатывают вот этим. И вот я в прошлом году им обрабатывал, ну, по-моему, эффективные средства, вот. Вот, поэтому буду обрабатывать и им. И вот, это я вчера ездил срочно за петушком, заезжал в ветеринарку, вот купил. И вот еще посмотрел тоже, вот, как резкость навести, энтомозанес, вот, тоже там. Девушка одна делилась, обрабатывала она сначала вот этим, потом через 10 дней дельцидом. Вот, и я хочу попробовать вот так вот, ну, хуже не будет, короче. Вот, ну, про это, про обработку потом. Значит, сейчас пойду затоплю баню, переодеваюсь и приступаю к уборке птичника. Вот, вот такие планы. А там с утра... Зарубил петухов, жена щиплет он. Ну как с утра, вот сейчас зарубил. Вот. Это уже по счету получается 31 убрал. Петухов еще убирать где-то, ну, приблизительно штук 60, наверное, я точно не знаю. 60-50, может, больше. Ну не меньше, чем 50, это 100% убирать еще петушков. Вот такие вот. Вот такие вот урожаи петушиные. Одни петухи. Вот, ну, убирал петушков с того двора. Там вот, который старший вывод, миксовые от Амерукана и Хохлаты. Вот, ну, не крупные, фигня на постном масле. Хотел же курочек на пищевое яйцо, какое будет, думать, нести цвет им яйцо, а не вывелись одни петухи, только одна курочка. Ну вот, это вывод 26 апреля. Вот, короче, им вот-вот будет 5 месяцев. Сегодня у нас 17-е, вот через неделю 5 месяцев, короче, им будет. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Вот, допустим, ливенский 3 месяца, вот этот, он уже в 2 раза тяжелее, чем тот миксовый Амерукан. Вот он, видите? Это лошадь просто. Вот он сейчас, я не знаю, наверное, мясом 2 кило будет только весить. Вот. Вот так. Все. Всем спасибо за просмотр. Иду пахать.